Сначала вот я ее вижу, она вот такая красивая, как при жизни, ну, как в жизни, вот на физике. Но в секторе магии вот это пальцы вижу, и там ну, я это отключила сразу, но я слышала такие, как какие-то слова не на нашем языке. Какие-то слова. И Зульфия выглядит, ну, такая, как вот эта картина Венера, которая на этой стоит, на Ракушки, ракушечке. да. Она вот такая красивая, без одежды, стоит и закрывает вот рукой, ну, точно как вот эта Венера. И у нее подключки к позвоночнику сзади и спереди, в сектор магии и сектор интерферентов. То есть этот Махмуд, по-моему, да, Да. его зовут. Он так звучит вот там. Вот. И оно имеет отношение к сектору магии. А в секторе вот принятия решений, вот здесь считывается, накатывается. Накатывается тут такой какой-то предмет круглый, с такими штуками, ну, как каток, и на катке еще вот такие рейки. Это вот здесь такой большой такой знак. А у нее такие волосы красивые ниже ног. И там ниже ног, как энергосфера ее, вот так вытянута вверх и вот так мерцает. То появляется, то пропадает. И вот эти волосы у нее, как бы, вот там идут как такие, ну, как волосы, отдельно волосинки черные уже. Тут белые, светлые. То есть она внутри светится, как какая-то нимфа красивая. А вот там уже, что за энергосферой, то такие черные сектор интерферента. Понятно. Также в сердечной чакре какой-то вот так оно считывается, как какая-то крышка круглая большая, так, а внутрь такая, как воронка идет. Так. Хорошо, Вика. Сейчас все программы отодвинь Да. и считай эфирное ДНК. Зульфия ли это? Ой, да, это она как будто бы в окно выглядывает. Знаешь, как это, ждет кого-то. Спроси у нее разрешение на работу с ней и для нее. Ой, а что случилось? Я ей передаю информацию, чтобы она поднималась вверх, потому что вот это на нее вот так накатило и как будто бы закрыло ее, и вот так разрезано, то есть по центру вот так. Левая и правая половина как бы разделены, и левая сторона вот так вся почернела. Так, передай ей информацию, что она хозяйка в своем пространстве, это всего лишь программа. Пусть она повышает вибрации и поднимается вверх. Пусть прикажет программам не мешать. Вижу вот эта программа вот здесь, вот этот каток,
Он вот так вот как бы в центр прошел, разделились энергии на гипноз и магию. И она как будто бы ходит в таком черном платке, как накидка такая. И вот так что-то держит и высаживает, ну как луковицы садят. И она вот так садит половину черное, а оно выглядит так, как будто это рот дракона. И она вот эти зубы туда вставляет. И одни зубы черные, а потом, как идет такое разделение, такие белые. Я ей передаю. И вот это окно постоянно. Снова идет вот это окно, такая рамка. И разделена, черная рамка разделена на четыре. Поднимается вверх. И я спрашиваю еще раз, дает ли она разрешение Согласен. с ней поработать. Да, дает разрешение. Хорошо. Спроси у нее, она видит, что в ее пространстве личном происходит? Да, она вот так за голову, вот так. И на голове такая черная энергия, как челма какая-то. И ноги, она вот поднимается вверх, а ноги как бы не может вытащить из этого портала, с портала интерферентов. Они такой черной полосой и тянутся, эти энергии. Так, что Вика выходит на передний план? С чего начать? Что больше всего мешает? Считаю. А вот это вот вызывание духов, это вот этот дух, который, ну, это считывается как одержимость. Человек, который вызывал духов, он как бы пригласил в свое пространство. Вот я вижу, он, вот она как будто, вот эта дверь, которая здесь, разделяет ее левое и правое, то есть она как будто бы разделила сама по своей воле и впустила. Также вижу еще этот один ритуал. Она сидит в секторе магии, она сама к себе относится по отношению к себе в секторе магии. И вот это зеркало со свечой, и она там увидела, там просто прозвучало Мухаммед. Вот это лицо этого демона, там контракт. То есть слишком много магии в ее пространстве. Так. Сейчас, Вика, давай посмотрим, что происходит в момент вызывания духа, когда они на пальчиках поднимают. Пусть Зульфия покажет этот момент, что происходит в эфирном плане. Считай информацию. А, по-моему, нужно посмотреть в первую очередь. По-моему, она... Ну, сейчас, хорошо, посмотрю. Потому что оно идет вот так, как-то запутывается, вызывание вот это и это зеркало. Вот так запутывается. Там, где это и с зеркалом, такое оно, вот эта морда черная, а потом вот так как-то как хвост какой-то змеиный потянулся красного цвета. А вот это черное. Так. Но там, ну, не одна ситуация. Я вижу ситуацию, когда они вызывали духа дедушки какого-то. Она вот так садится, как будто бы вот так юбку поправляет. Так. А в эфирном плане это считывается как готовиться к дополнительной подключке. Так. А что? А, это вот этот язык демонский, который я услышала в начале. А, и появляется с правой стороны, вот здесь, появляется такой демон, дух, с такой книжечкой черной. Так. Прикажи ему назваться, кто он такой, что это у него за книжка. Так, сейчас он вот так переместился в сектор магии и сильно уменьшился, а то был большой.
Зульфия увеличивается, и она встала вот так. И где вот эта платформа была, она как бы головой встала, где седьмая чакра, вот там вот этот каток. Это, конечно же, все, я вижу всю цепочку этих событий, и в кладовке, и страх ее пугают в детстве, она одеяло, и ее рождение. Мама вот держит ее. То есть это все накатывается на вот эти родительские блокировки. Так, Вика, а вот этот каток, что это такое, если читать информацию? Нет, оно не дает. Нет? Это мне нужно отсоединяться отсюда, а это я не хочу оставлять без внимания. Этим нужно в первую очередь Хорошо. разобраться с этими вызываниями духов. Так, давай тогда, пусть Зульфия покажет тот самый первый момент, когда она вызывает духа. Самый первый момент. Что происходит в эфирном плане, если читать информацию? В этот момент я вижу, что это вот это и с зеркалами. Так. Оно считывается как присоединение. И как-то оно вперемешку вот так идет с этими вот пальчиками. Так. Присоединение к чему или к кому именно считать информацию? Оно считывается к миру мертвых. Поэтому, когда я заходила, ну, когда начала говорить о ней, то так сказала, как бы, как говорят о мертвых, а не о живых. То есть человек, который вызывает духов, коммуницирует с духами, то есть это с миром мертвых, он как бы хоть и живой физически, но считывается как мертвый, потому что его перспектива – это смерть, не одобрение первотворца жизни. И вот вижу, что там к ней идет такая, это подключка к позвоночнику, вот вся, вот голова, как чалма такая одевается, по всему позвоночнику, и в секторе интерферента такой огромный шар. Вот эта штуковина, что накатывается. Так. Считай, Вика, информацию с этими зеркалами во время этого ритуала. Контракт был подписан? Да, был контракт. Так. Пусть Зульфия покажет момент подписания этого контракта и с кем она его подписывает. Я вижу, в эфирном плане это выглядит вот так. У нее как будто бы трюмо, и она вот так закрывает створки и оставляет такую блестящую какую-то как ртуть, вот какая-то полосочка, как будто бы зеркало проглядывает, полосочка зеркала. И оно ее вот как лезвием, как шандарахнуло и разрезало на левую правую половину, то есть разделила сознание и подсознание, считывается улет. Так. Улет куда? Считай. В мир грез. Это субъективная реальность, реальность программ. Считывается отделение от мира живых. То есть получилось так, вот подсознание как бы погружается в мир грез. То есть вот эти программы, вот это все, вот эти родительские блокировки, это все, оно как бы соединилось со своим родным, скажем так, энергетически. А разум, он считывается вот так вот,
как светлый разум, то есть способность осмысливать это все, ну, как бы в объективной реальности. И вот это все считывается как тормоз. То есть получается, что подсознание, в котором находится именно и знания, все знания, и сама душа связана тесно с подсознанием, но оно получилось такой вид, как, знаешь, как авокадо, да? Такое большое, как груша видное, а внутри вот там это все черное, а внутри вот там где-то душа находится. Так, пусть сейчас Зульфия покажет, с кем она подписала контракт во время вызывания этого духа. Так, в секторе интерферентов появляется такая энергия, которая считывается как такое жуткое существо, ноги в растопырку, там, где вот сердечная чакра, там такой вот как выемка, как вдавлено, как, и такой как удар очень сильный, ничего нет, как бы затягивает вовнутрь, сзади плащ. А голова какая-то с рогами, но как будто бы голова не его. Как бы сложена с разных частей. Ноги вот так стоят, и такая и хвост, то есть весь позвоночник, это все как хвост. Крылья тоже вот такие какие-то, с, как у мухи такие. Искусственное все оно. И тянется это все еще вниз. То есть это... Эгрегор считывается как распределитель. О, распределитель ролей. Каких именно ролей распределитель, считай информацию? А, сейчас, вот эта программа, она вот так, как будто бы у нее вот такие руки у этого существа, такие костлявые, с такими косточками черные. Такими когтями длинными. И оно вот так вот один, два, три, загибает пальцы и так показывает вниз. А там внизу, куда это показывает программа, там находится от этого пальца черного. Вот оно тут загнуло три, а этим пальцем вот так показывает. И вот к этому пальцу... Такие идут, как нити. О, как этот чревовещатель. Как эти ниточки к куклам. Куклам. Марионеткам. Но они считываются как клоуны. Вот три, там три. Так. Что это за клоуны, Вика, считай информацию? Кто они? Оно выглядит вот так. Оно вот так крутится, вот так, как в барабане. Вот так тын-тын-тын в противочасовой стрелке. И первый, оно так, жертва, предатель, вот так звучит. Насильник, созерцатель, как бы свидетель, тын-тын. И каждый по очереди и только раз и падает туда, проваливается вниз, а потом такой мокрый, как будто бы в слюнях каких-то, выходит постепенно и доходит до какой-то платформы, откуда упал, только с другой стороны. И опять то же самое начинается. Тын, тын, тын. И опять проваливается, падает. Роли, распределитель роли. Программа манипуляции, вот это все. Манипуляции сознания. А, оно считывается как вдавливание, сдавливание. Это магия. Вот это, что я раньше всегда видела, как в секторе магии, вот так как женщина тесто делает, да? Жмет там, давит. Вот эта программа, вот это тесто, оно как символизирует как будто мозг. Сознание,
и вот вдавливается вот в эти программы. Они считываются как кшталт. Форма. Кшталт. Не знаю, на каком языке это. Она звучит. На немецком, наверное, кшталт. Ну, форма, понятно. На польском. Короче, вот так вот. Оно вот так выглядит, как будто такие четыре планочки. Вчера я видела одна такая, помнишь, так, что кто-то так на вчерашнем сеансе. А сегодня эти же планочки, только их четыре, такими же вот выемками, как ложечки деревянные. Вот такие планки, а там такие, как круглые отверстия, только с такими выемками. Чтобы хлоп, хлоп, делать такие, как пельмешки делают, формы такие. Вот. И туда вот проваливается в этот портал каждый из участников взаимодействия. То есть вот эта троица, так называемая их священная. Вот. То есть это программа манипуляции, где задействовано три. Троица, они всегда кого-то. Вот, три. И дальше идет потом сужение. Так, кто самый главный, кто хозяин этой всей конструкции? В самом низу кто находится? Считай. Так, кто-то там еще, какое-то существо держит такой шар, который вот привязан к спине и к ноге Зульфии, которая там сидит возле зеркала. Такой шар, и так в руке. Она сама ответственна, и сама, это ее карма. То есть это ее решение, это ее согласие. Вот так. Так. А кто этот шар держит? Считай информацию. Так, какая-то... Так, как ледяное, прозрачное что-то. Считывается мертвый дух. Я приказываю ему назваться. У него такая, как в сердечной чакре, такая, как дыра, как какой-то шарик такой черный. Вот эта вся конструкция, вот так от спины Зульфии, вот так вот это все тянется через это все. И прямо ему в сердечную чакру тут черный шар. Считывается поглотитель человеческих душ. Тоже какая-то программа, переработчик перерабатывает согласие. Человек? Согласие перерабатывает согласие. Какие согласия? Я захожу, и я вижу, что это как какая-то большая комната. А такая круглая, как будто бы вот этот барабан, но изнутри, как библиотека. И так стопки стоят, вот на полках документы лежат, вот так, торцами, такие белые документы. Они считываются как соглашение уйти в мир иной. А что это за комната, Вика, считывает информацию? Но оно считывается как библиотека. Там вот эта сущность берет и читает то один, то второй, то третий договор. В этой библиотеке договора хранятся? Да. Разных людей? Согласие, да. Считывается согласие. Любые согласия на сотрудничество. А, вот эта сущность говорит со мной. Так, кто так, это? Так, прикажи этой сущности проявиться в соответствии с ее эфирным ДНК. Он выглядит вот так, как он лежит, как погребен. Он весь как изумруд и сияет. Как будто бы потухает.
какое-то свечение, и так шум. Он весь такой разные цвета такие, и он лежит. Люцифер, оно идет так, Люцифер. И как будто бы он укрыт таким черным покрывалом. А лежит, потому что он умирает. А вот это свечение, это остатки былой славы. Он Бог и Творец в прошлом. Так, здесь соглашение в этой библиотеке Зульфии есть тоже, да? Спросил мне. Есть, он держит. Он держит в Так. руке. Хорошо. Сейчас, Вика, считай информацию, какие условия этого соглашения, этого контракта. Сейчас, с его стороны, потому что проявляется очень... То есть я вижу, вот, я не знаю, где-то 20 планов одновременно, и я как бы стараюсь держаться в одном плане, и я вижу, что она очень вот так как бы нетерпеливо находится, ее высшее я в секторе миссии. Вот. И это имеет отношение к этому барабану, как творческий процесс, творческий какой-то сейчас, творческий процесс человеческой цивилизации. К глобальному контракту это имеет отношение. С его стороны я вижу вот эти когти, вот этого снова эту программу с этими когтями. Он вот так вот затаскивает ее. И считывается затянуть в тень, сумрак, переключить сознание на переваривание деструктивных программ, отвлечь внимание. От миссии. Вот. И от этого такая идет подключка в сектор миссии. Она там стоит, как выглядит как римская воительница, какая-то богиня с каким-то шлемом. Сейчас я не очень сильно рассматриваю там. У нее такая книга, которая идет вот прямо в книгу. Это черная подключка, вот так посредине. Так, ну давай с этим контрактом разберемся. Да. Считай, Вика, самые важные условия этого контракта какие? Считывается подцепить вот этого насильника Мухаммеда, подключить снова идет вот это к деструктивным программам и снова отвлечь внимание от убеждений. То есть я вижу, что девочка была рождена она вот так стоит, ну, ребенок лет 7, смотрит вверх, в сторону первоисточника, и в нее все вот это светится. То есть убеждения внутренние были очень правильные и гармоничные со Вселенной. То есть от этого отвлечь и погрузить вот эту программу, вот эта программа манипуляции сознанием, это магический портал. Вот оно, что прозвучало, это все магический портал. То есть вот это взаимодействие, магический портал. Понятно. Спроси сейчас у Зульфии, видит ли она этот контракт. Да, она видит. Спроси у нее, она хочет отказаться от своего решения вызывать духов? Да, она хочет.
И она поворачивается, вот где она сидела, вот так спиной, где она вот так сидела, вот обернута, ну, повернулась к первоисточнику, вот в секторе программ, да? И перед ней вместо первоисточника, вместо света была вот эта черная штуковина, это зеркало черное. Вот. И она сейчас с этого встает и поворачивается вот так лицом к этим программам и вырастает, становится большая, берет рукой вот этот барабан, говорит, отказываюсь Хорошо. играть роль жертвы. И своей энергией вот так как бы проникает внутрь через эту всю конструкцию, а эта конструкция вся начинает вот так ежиться, как от какой-то, как, у нее свет такой идет, колючий для этих антимировских программ, им больно. И она как рукой своей вытаскивает, я вижу, она буквально вот так как бы срывает покрывало у этого Люцифера, и прямо из сердечной чакры забирает свою энергию. Так вот он живой только до тех пор, пока люди магичат и насильничают. Вот поэтому так зло разрастается, и так его продуцируют, и вся власть, все законы таким образом, чтобы защищать этих упырей. Так, пусть сейчас Зульфия расторгнет все контракты с Люцифером. Пусть заберет всю свою энергию, весь свой потенциал и все частички души свои. Да, я вижу, она вот так разбивает это зеркало, отказывается от этого. И она была в секторе магии по отношению к себе, лежащей, как будто бы вот этот парень ее постоянно насиловал. И она встает, я ей передаю информацию, чтобы она приказывала этому духу и всем этим духам, и этому насильнику убирать все его Все их энергии, воздействия. программы, да. И она отрывает эту подключку и выходит вот это разделение. С нее вот так вот вышла. Она Хорошо. поднимается вверх, и свои волосы, считывается, косы. И они вот так сейчас потянулись, и вижу в секторе магии. И в секторе магии вот эта ситуация, они там что-то хохочут, приготавливаются, тихомириваются, вот это делают. На пальцах поднимают. Так. И говорят, поднимают демона. Считай век информацию в этот момент, что происходит в эфирном плане. А вот эти программы, которые вот тут стоят, они говорят, она наша. То есть они так смотрят, стоят и смотрят. И я вот сейчас прямо увидела, как также, точно так же работает вот эта программа в манипуляторах. Абьюзер, манипулятор, если он стоит рядом, а ты что-то делаешь, то он не станет тебе помогать, а станет сбоку и будет наблюдать. Ну давай, давай, я посмотрю, а потом оценю, что у тебя получилось, типа. Вот. И то же самое, они вот так, эти духи стоят, а она несерьезно к этому относится, естественно, потому что это все облечено в такую сказочность, Ну да. невероятность, да. Так, а в этот момент контракт был подписан, Зульфия, если читаю информацию. Да, Так. почему-то идет отменить нельзя. Пусть Зульфия покажет момент подписания этого контракта.
И кто другая Я сторона? вижу, как эти черные энергии вот так проникают, и оно так прихлопнулось, как к магниту пальцы, только чук, вот так контакт, и как бы прилипли. И вот эта энергия как бы вошла в нее, и вот это звучит, что нельзя отсоединиться, нельзя расторгнуть контракт. Пусть Зульфия покажет, кто другая сторона подписания этого контракта. Вся та же система. Так. Тогда пусть Зульфия этот контракт покажет. Пусть она его достанет, положит на наш рабочий стол, а ты считай информацию, какие его условия. Так, я захожу с того момента, в тот момент, когда она подписала этот контракт. Вижу, вот так она делает, садится и рукой как поправляет юбку. Считывается приготовление. И вот это волосы, так, которые вот прорастает уже черная, это энергия к волосам, настройки. Волосы как антенки, настройки слышу. Вот. Готовность, а там идет как отсчет. И готовится вот этот каток. Там вот это как отсчет какой-то идет, один, то есть и она садится. То есть волосы садится, два, там как флажок, когда это все начинает, и вот этот круг как бы сошелся. А, вот оно что. Вот это стол, да, круг людей. Вот, это как раз соответствует, почему вот именно в круг людей садят. Потому что это на физическом плане соответствует этой устройству этой программы. Вот, поэтому садят этих людей по кругу, чтобы они держались, чтобы это было доказательство, что на физическом плане этот человек очень сильно решил соблазниться и пойти в тот портал на смерть. Вот эти реечки, которые я видела, они вот ментально соответствуют вот этим пальцам этих людей, соучастников. Вот. И создается, считывается вот это все религиозный эгрегор. Так, религиозный. Считывается религиозный. Оно вот такая серая полоса идет в сектор магии, религиозный. Религия, оно структурированное пространство взаимодействия разных сторон. Сторон ада. И еще какой стороны? Считай. И стороны света, вот оттуда свет идет, от первоисточника. Ад считывается как тьма. Именно вот это пространство взаимодействия, мрак, тьма, сумрак. Это то пространство, где взаимодействует вот светлое эти энергии, то есть это взаимодействие, это как пазлы, вот это сам механизм. И оно как крутится и как заходит. И вот эта штамповка, вот это все, где штамповка сознания. Сознание прямо втыкивается в определенные, звучит, глаголы. Действие глагола – это действие, то есть формируется определенный смысловой такой как субъект, вот это. То есть субъективное, вот оно сужается сознание в определенные вот эти глаголы,
Глагол – это действие, которое вот это побуждает человека действовать в рамках этого глагола. Понятно. Ладно, Вика. Вот эта А мне ситуация. интересно, какие это глаголы. Ну вот, Глаголы? страдать. Ну Да. Вот глагол страдать. Самые главные глаголы. Уничтожать, терпеть, переносить. Ну, кармы типа переносить энергию. Взаимодействовать. Принимать, отдавать, принимать карму, отдавать свет. Вот это буквально я вижу, как принимать черные это шары, принимать карму, отдавать свет, как на помои выливать что-то. О, почему эти делают, я вижу эти ритуалы, вылить что-то куда-то на дорогу, еще куда-то вылить. Ну, типа это подтверждение на физическом уровне вот этих программ, что человек это типа принимает добровольно причем. Ну, так, Вика, от этой ситуации отсоединись, вернись да. к этому контракту. Да. Так, считай самые важные его пункты, какие условия. Считывается, нельзя разъединить. Монотон, как монолит. А почему-то монотон. А почему монотон? А, тон это как вибрация, то есть в унисон. Вибрировать, то есть взаимодействовать, как бы встроиться и стать таким же на волновом уровне, как и тот антимир. Полное подчинение сознания волновому коду смерти. Деструкция, деструктивная. Понятно. Так, считай скрытый смысл этого контракта со стороны антимира. Какой? Уничтожить человечество как расу богов. Понятно. Ладно, спроси сейчас у Зульфии, видит ли она этот контракт, условия его какие. Она вот так делает. Вот так руками эту черную полосу с глаз она вот так раздвигает. И как выходит с какой-то с этой же конструкции, она такая вся как считывается как деревянная, как вот это мертвое дерево где-то под водой. Как затопленный город, и она вот так раздвигает это. Оно считывается, как вот эти бревна, которые в воде стоят, и как монотонные, бетонные становятся. Они крепче металла становятся. И она от этого выходит, с этой конструкции, оно все так раздвигается, ломается, и она вырастает, и такая программа, это как вода, все потекает. Так. Она говорит, что я все вижу, и я все знаю. Хорошо. Спроси у нее, она хочет отменить свое решение вызывать этого духа с помощью этого да, способа? Да, еще бы как. Хорошо, пусть она своим теперешним сознанием это сделает, пусть отменит свое решение. Я вижу, что она вот так вот эти два пальца... которая зашла, вот черная энергия, и она распространилась по всему телу в тот момент. И это было до сих пор, пока она не отменила это. И она вот берет эти два пальца вот в сектор. Ну, а так видно все, знаешь как? Как будто бы я смотрю вот живое кино, как реально. И она берет вот эти пальцы и вот сюда, в эту конструкцию. И оно так зашипело, как будто... раскаленное железо в воду.
заискрилось, и там такой произошел вот здесь взрыв, и вот этот барабан взорвался. И в этот момент она вот так и вскочила, сняла это одеяло. Ну, не то, что сняла, она просто сорвала себя. И выходит с той ситуации, где она была в кладовке. Так, хорошо. Дверь тоже выходит. Я ей передаю, чтобы она расторгла эти контракты. И я вижу, она берет вот так за грудки этого, который сияет там, этот Люцифера. Люцифера. Она сорвала с него это, покрывала его и взяла его вот так за грудки. И она такая огромная, а он вот по сравнению с ней вот такой, как будто бы 15-10 сантиметров имел. И так она его ухватила за эти сияющие его эти. И вот так его. И в сектор магии. И я вижу, как ее энергия выходит сквозь вот эти все конструкции, как будто бы из колодца. Прямо как колодец, и считываются вот эти какие-то деревянные, такие мокрые, твердые эти все штуки. И колодец, когда она забирает свою энергию, то колодец вот так как бы считывается, высыхает. И выравнивается, и дна нету. И оно все вот так выходит. Так. Так. И сейчас я говорю, чтобы она почистила все ее пространство от всех этих аналогичных ситуаций. Вызывание духа от всех остальных, которые она делала, пусть все решения отменят. Она отменяет, и я вижу, она вот так сидит, а у нее вот так. Она сидит головой вот так, а у нее какие-то здесь программы, как будто глаза такие. Как-то они вот так вот. Вот так движутся, и такие заплетаются, как косичка, только много таких энергий, сектор магии. Так, что это, Вика, за глаза такие, считай информацию? Гипноз. Так, прикажи проявиться, кто там в секторе магии находится, связан с этим гипнозом. Там находится, вижу двоих. Один ходит по сцене, считывается, завязывает сплетни. А другой сидит, смотрит на него, сидит такой стул, знаешь, как бывает, переворачивается вот так, и на одной как бы ножке. А три вот подняты. Вот так на одной. И смотрит у него так вниз. Смотрит вниз. Так, прикажи, Вика, им назваться, кто они такие? Они как будто бы не связаны друг с другом, но как-то на энергетическом уровне как бы одну и ту же роль какую-то дополняют друг друга. Так, вот этот, кто по сцене ходит, прикажи ему называться, кто он такой? Он ходит, а когда он ходит, у него такая какая-то палец, как палочка волшебная, и от этой палочки такие искорки, и у нее в глазах такие искорки, и он ходит, и он вот так, и пишет английскими буквами «Дуйко». Странно. Понятно. Так. А второй, который на стульчике, на одной ножке, прикажи ему назваться, кто он такой? А этот вообще черный весь крутится.
Вот так вот крутится. Сейчас он закрутился. Такой черный вихрь. Так, снимай, Вика, все запреты на считывание информации, на снятие магии колдовства и прикажи ему называться, кто он такой. Я вижу, что он гипнотизер, но не могу считать. Угу. Там такая защита идет, а он, я вижу, вот так делает, вот так вот сделал, и так тух, по лбу человека. Он демонстрирует гипноз. Угу. Так. Но почему их два вместе? А Они не связаны друг с другом. Так, а почему не вдвоем вместе проявили читать информацию? Может, есть какая-то между ними связь? Их энергии, вот этого гипнотизера, они вот с этих, эти косички, энергетические вот эти волны, от Дулько идут, угу. Они такие волшебные все. Он с виду такой весь волшебный и сияющий, и светлый, но внутри такие черные энергии. Если вот так посмотреть внутрь этих энергий, то там они черные. А этот вплетается туда. Ага, теперь понятно. Потому что Дуйко скрывает, он, наверное, и не подозревает, кому на самом деле он служит, или что он там делает, проповедует, учит, или не знаю что. На самом деле он подключен к этим... Это магия, это насилие. Считывается, что он насильничает, что он учит магии. Взаимодействию с антимиром, с энергиями смерти. Uh-huh. И они соответствуют тем же энергиям, которые проявляет вот этот гипнотизер. Понятно. Только гипнотизер это делает открыто. Он буквально как бы говорит честно, кто он. А этот скрывает. Uh-huh. Ну, в общем, пусть сейчас Зульфия прикажет им обоим убрать этот гипноз, все воздействия на нее, последствия, карма на них пусть призывает и в портал их всех. Она это делает, я говорю, что бы она отменила. Я вижу, что ее подсознание давало ей сигнал опасности, но угу. она проигнорировала. Я говорю, чтобы она показала... Ага, теперь понятно. Вот этот гипнотизер, он ее загипнотизировал, он оставил, считывается, рана в подсознании, как открытая такая, знаешь, как разрезают хирурги. Разрезал да. и раскрыл. Угу. Вот, и это так тоже, так разрезал, вот сердечный чакр, разрезал, раскрыл, и оно открытым осталось. И тогда вот беспрепятственно все это буквально вижу, как летает беспрепятственно в подсознании и уже работает как программа. А программы всегда руководят человеческими эмоциями и поступками. Угу. Так, пусть... Выбором они руководят. Да, пусть Зульфия отменит это свое решение открывать свое сознание, подсознание. Перед этим гипнотизером. Да, я вижу, что подсознание впервые было открыто, как вот эта мать носит ребенка на руке в таком, ну, вот так, как, ну, как маленький ребенок в пеленочках. А из-за ее спины вот выглядывает вот этот дух, которого видели в начале. Угу. Та же программа, тот же дух. Заглядывает, смотрит на ребенка. И я вижу, что через пуповину проникает. Угу. И получается, что он смотрит сквозь материнские глаза.
Женщина считывается как диктатор. Она как бы диктует. Так. А что Зульфия чувствует, когда на нее дух смотрит? Спросил меня. Я вижу, что она чувствует страх, и она как будто бы хочет закрыться, укрыться, но нечем. Так. Получается так, что она как бы укрывается вот этими энергиями, которых не пугается. Ищет спасение, а спасения нет. Ищет защиту и находит как бы этого же защитника. Так. Сейчас, Вика, спроси у Зульфии, она этот момент хочет поменять или свое отношение в этом моменте, чтобы этот дух не проник к ней? Да, я вижу, как этот ребеночек вот так открывает вот эту, считывается как створка. И смотрит на первоисточник. Так. Ну, это так интересно. Она буквально смотрит на Первотворца, и я вижу как будто глаза в глаза. И в этот момент я вижу, как все вот эти конструкции, это челма на голове, вот эти на глазах, это все эти ментальные устройства, они рассыпаются, как вот так вот просто, как Хорошо. пепел. И она вырастает с этой пеленки, выходит с этой ситуации и разбивает, как сосуд какой-то. Буквально вижу, как она разбила и сосуд, такая ваза, вот такая, с длинной шейкой, и она ее перевернула вверх ногами, и считывается эта ваза как тело, как физическое живое тело, наполненное вот этими мертвыми программами. И она вот так вот и в сектор интерферентов вот эту всю конструкцию, эту вазу отдает туда, в портал, в антимир. И она, ой, слышу, воскрешает свое живое тело. И взлетает вверх, поднимается. Так. Она такая необычная, и слышу такое пение и музыку. А как она выглядит? Опиши. Она выглядит такая, как рисуют каких-то нимф, богинь. Она как будто бы с арфой. Вот вокруг нее музыка и очень красивая музыка, переливы музыки и как такое волшебное пение. Такая, ну, очень как-то необычно. Понятно. О, она мне считывается сестра, муза. Сестра тебе? Да. Сейчас как-то имя ее. Где-то подходит, сейчас я ее услышу. А она говорит, они убили меня. Кто? И вот здесь показывает такая, как плита черная.
И от нее вот так она показывается как в секторе миссии, идет такой луч, как столб энергетический, вот так туда, к сектору интерферентов. Но сейчас мы находимся уже очень высоко. Но у нее вот эта вот такая какая-то тут плита осталась. Так. Кто ее убил? Пусть она покажет этот момент. А, да, ну давай посмотрим, когда она впервые присоединилась к Антимиру. Что произошло? Контракт. Так. Пусть она покажет этот самый первый момент. Самый первый контракт, когда мы подписали. Я вижу, идет такая картина, говорит 9 муц, вот, и сидят такие, как девушки, как богини, сидят вот на такое круглое что-то, как будто это какая-то подставка. Они тут в круговую сидят, их 9. А внутрь уходит такая, и все это очень светлое, как свет все светится. Идет такой, как портал, углубление вот так. Они как будто бы сидят, а перед ними вот так это все туда уходит вниз. А она держит, сейчас я посмотрю, где она. Да, вот она держит вот эту штуковину черную. Оно как черная арфа. А, да, вот это как инструмент такой, со струнами с такими. Так. А почему арфа черная с читальника? И сейчас посмотри, сейчас, нет. И оно вот так тянется под ключко вниз от этой черной арфы. Считывается, что она взяла обязательство улучшить мир. И я вижу, что все 9 муз, они вот так как будто бы сплелись друг с другом. У них и пальцы, и волосы, и все-все-все-все сплелось. Считывается как общее сознание. А она идет как муза гармонии, искусства или пения. Имя идет, но я не могу его выговорить. Ну, может, позже всплывет. Да, то есть оно вот так как-то. Так, она взяла обязательство улучшить. О, мир демонов, поглощающий. Так. Пусть она покажет момент, когда она взяла это обязательство. Она говорит, мы сойдем на Олимп, то есть как договор идет. И когда вот оно все вместе как-то идет, и потом я вижу раз, вот эти все 9 муз, а она как одна из, раз и переместилась на Олимп. Это духовное, считывается как духовное наследие. И как очаг, там очаг духовности, оно выглядит как такой шар, кон. Так. Идет такой смысл, как специально, чтобы взаимодействовать
с упадшим духом. После того, как они спустились, что дальше происходит? Считай. Ну, с Зульфией. Так, сейчас я хочу посмотреть. Считывается так, контакт. И вижу ее в секторе миссии. И она смотрит вот этот инструмент у нее со струнами. Как арфа какая-то. Что это за инструмент, Вика, считывает информацию? Какие его свойства? Это считывается как контакт, вот так, как вот это. Вот оно вот так. Кто дотронется, такой звук и звучит. Вот это сейчас. А то я, оно же замыливается, вот это. Я ей говорю, чтобы она сконцентрировала свое духовное сознание на поиске этого глобального контракта сейчас, чтобы ее рациональная часть сконцентрировалась и показала. Перед кем она взяла это обязательство? Пусть она покажет момент подписания контракта. Но перед кем обязательство? Она оборачивается, показывает. Перед первоисточником, вот поворачивается в правую сторону. Ну, как бы перед собой считывается одновременно. Она как часть общего сознания, светлого сознания Вселенной. Хорошо. Так, пусть она покажет момент подписания контракта. Так. Я вижу, что она идет аккуратно, спускается вниз, как по лабиринту. Она идет вот так как-то, как ножками вот так ступает в таком темном пространстве. Она зашла как бы в пространство взаимодействия, в пространство тьмы. И пока она вот так идет. А потом резко вот там появляется какой-то хлопок, и как будто ее такой взрыв какой-то очень яркий, и ее буквально как будто бы отбрасывает, и считывается, перемалывает. И она попадает в катушку. Я ее еще не вижу, но так не идет. В какую-то катушку. Вот в этот каток, вот эту программу, вот оно вот так как-то крутит, и она попадает, потом плавно спускается, плавно вот так закрутила ее, а потом плавно спустилась, считывается на землю. Она прошла, вот это она прошла коды доступа. Там такие, как монстры, которые ее, как бы она прошла сквозь какой-то лабиринт. Рождение, вот эта вспышка, это рождение. Она забыла свой, считывается, профиль. Так, что значит профиль? Читаю информацию. Оно считывается, кто буквально вижу, как это египетская, египетские вот эти рисунки в профиль, но оно также имеет отношение как профиль в соцсетях, то есть кто ты есть на самом деле. База данных. Утеряна база данных. Вот эта вспышка, потеря базы данных,
Ну, так и звучит, потеря профиля. Ну, мы же так и говорим, профиль работы. Ну, кто ты, как мастер, например, да? Что дальше происходит с Зульфией? Информация. Сейчас я вижу ее младенцем, и она глазки открывает, а у нее вот так на голове, как будто бы веки, вот эта черная энергия. И она смотрит, ее высшее я смотрит на себя. И она демонтирована. Считывается как переустройство сознания, и чакры смещены, энергетические центры смещены в другие места. Слышу, смещен центр тяжести. А в какую сторону смещен? Считаем. Так, я сейчас посмотрю, что это вообще такое центр. Оно считывается центр тяготения. Оно как-то с генами связано. И с мозгом. Какой Вика считает информацию? Изначально был центр тяготения. Куда? И какой стал? Был свет, вверху человеческая душа, ментально и по всем параметрам она находилась в верхних нотах, считывается. В верхних нотах звучания. А когда вот это все произошло, то как будто бы на этой арфе надрыв, несколько этих какой-то момент, я вижу, как будто бы вот так третья часть струн. И третья часть этой арфы вот так разодрана, а потом эти такие стоят, но они звучат очень плохо. Считывается, что нарушена гармония. И человек перенастроен таким образом, чтобы отображать звучание антимира, то есть выдавать вот эти эмоции антимировские. И снова вот это я слышу уже 150 раз только что, казуальный проект. Ну это мы уже слышали, да. Так, вернись, Вика, в момент рождения и считай информацию, что дальше происходит с Зульфией. Пусть она покажет момент подписания контракта. Какой? Дальше я вижу, что она ходит. И как будто бы сажает зубы, а земля выглядит как пасть дракона. Как будто бы она ходит и зубы дракона насаждает. Такие зеленые, светящиеся, черные, разные. Считай Вика, информацию, что это за зубы, которые она садит, и что это за дракон. Вот этот дракон, это считывается как казуальный ментальный план вообще человеческого и общего вообще сознания всей Земли, вот всего сознания и животного, и человеческого, и растения, и минералы, все-все-все. Составляет собой такой некий единый мыслительный объект,
как компьютер. И она вот взаимодействует с ним, считывается, что работает. Считывается, она заложила основы вот этого процесса дисгармонии. Потому что каждый человек, который делает вот эти злые вещи, то, что угодно антимиру, он как бы взращивает эти зубы этому дракону, чтобы этот дракон захлопнул эту пасть и всех сожрал. Всех тех, кто ему помогает. Ну и эта же программа так и работает у всех абьюзеров, да? Все маги, все абьюзеры, все шизофреники, у них все манипуляторы, у них все одно и то же, как под копирку, ничего нового. Маг не думает о своей жертве, только точно так же, как и любой эзотерик или любой насильник, ментальный или физический. Ему бы выжать человека, как лимон, и выбросить. То есть там просто идет как использование. А вот она ходит и взращивает силу дракона. И это оно все считывается как нижняя челюсть. То есть вся эта конструкция, этот ментальный план, это как нижняя челюсть этого дракона. Вика, а считай информацию, что происходит на физическом плане, когда Зульфия эти зубы взращивает дракону. Каким образом она это на физике делает? Ну, я вижу в том воплощении, я не могу понять, что это она такое делает, а как будто бы играет на каких-то барабанах. Ну, знаешь, как вот это, как будто бы она сидит, а возле нее вот такие разные тарелки, барабаны, и она вот это стучит на них, но как-то бессвязно. А в этом воплощении я вижу, что вот эта ситуация с этим вызыванием духа, это зеркало. Потом ну, другие вот эти штуки. Так. Эзотерика, да? Эзотерика, аборт, вот вижу. Так. Оно все считывается как левые походы. Почему? Левые походы, как поход. Собрался, пошел в поход. Как бы пошел в поход и не вернулся. Ну да. Неправильной дорогой, а налево, короче. Ну да. Так, понятно. Так, момент подписания контракта, пусть Зульфия покажет. Что это был за момент и с кем она его подписывает? Так, я вижу такую ситуацию. Она внутри вот этого портала, как будто бы огромная какая-то, ну, как такая труба. И там это механизм такой, там всякие штуки вот такие. И в конце такое свечение. Вот она стоит вот на краю этой трубы. А вот там, как солнце какое-то, как будто бы светится. Вот, и на этом солнце какая-то черная штуковина. Так, считай мне информацию, что это за солнце и что это за черная штука на нем. Так, а это солнце. Оно светится таким красивым белым светом. Ну,
но почему-то никак не считывает. А почему она никак не считывается? Считай. Что мешает? Я вижу, что вокруг такая бесцветная пленка с какими-то символами. Так. Что это за пленка, Вика, считай, с символами? Эту пленку и символами София как прозрачную пленочку, вот так окутывает на себя. И говорит, что это она должна разобрать. А что это за пленка? Спросил я. Она не знает. Так. Она никак не считывается. Защита какая-то. Так. Пусть Зульфия покажет момент, когда эта пленка у нее появилась впервые в пространстве. Тарас, так может просто расторгнуть сначала контракт, найти интерферентов, что было? Ну так. Потому что мы как-то, как такое впечатление, что зашли не с той стороны. Оно, конечно, все интересно, но... Хорошо, отсоединись от этой ситуации. Давай попробуем с другой стороны. Хорошо, прикажи всем интерферентам Зульфии проявиться. Вот, я вижу, она стоит. Какая, кстати, Пея. У нее подключка к животу. Здесь в секторе интерферентов как кракен такой черно-красный, какой-то вот такой. Но вот эта голова его по центру считывается как впадина. Какая-то она не такая, как ноги. И оно все движется вот так вот. Что это за кракен, считает информацию? Интересно, так я взяла как пробу и рассматривая. Это вот как символ сознания антимира или как матрица, можно сказать, взаимодействие. Матрица. Сейчас я рассмотрю ее. Вот эти ноги как бы так вот движутся, все вот как горгона, вот это все, что такое движется. И там вот всюду-всюду такие шарики черные. А это что за шарики, считай? Я вижу, что эти шарики – это события, плохие события. Вот я посмотрела в один, и я вижу, что кто-то ругался с кем-то, ударил по голове другого человека. Тот упал. Еще какой-нибудь возьму. Так, отсоединяюсь от этого. Хорошо. А вот еще в одном следующий вижу. Кто-то магичит. Шар черный, какие-то молнии идут. Ведьмачит кто-то. А потом кто-то идет, землю какую-то меряет.
Эти все события связаны с Зульфиевой, с читанием информации? Нет. Это связано с общим планом. Ладно, вот этой ситуации отсоединись. Да. Кто еще в интерферентах проявился в Зульфине с читанием? Вот это звучит Кракен. Кракен матрица. Вот так. Потому что очень большие масштабы всего. Как будто бы это в космосе где-то находится. Она огромная стоит. Это огромное все такое. Прямо как галактики целые. Так, а кто хозяин этого кракена? Прикажи проявиться. Так, от него идет вниз. Там какая-то Земфира по пути попадается. И дальше, дальше иду. Появляется вот этот, который лежит разноцветный под одеяльцем, с этой вмятиной. Люцифер. Да. Он божественный бог. Так, спросил Зульфии, она с ним подписывала контракт? Есть у нее действующие? Да, она показывает, что подписывала, и он проявляется сейчас такими копытами, считывается как перерождение, как трансформация. Он как будто бы личины свои постоянно меняет, и тут появляется образ этого Бафомета с этими копытами козлиными. И она такая девушка сидит в том воплощении и одевается, и берет на правую ножку, одевает вот это копытце. Вот. И какое-то зеркало вот отсюда. Кто-то появляется в секторе магии. Так, прикажи проявиться, кто там в секторе магии находится, и назваться. Я вижу, что она показывает это зеркало. Она как себя показывает. А в этот момент этот Люцифер в секторе магии, вот он в этих ходёжках разноцветных, смотрится в ее зеркало, а там отображение как будто ее, то есть ее ДНК эфирная. И он начинает прихорашиваться, как будто бы посмотрелся в зеркало и подправляет, что в нем не так, и меняет форму. И он становится как она. И такой красивый парень выходит в это пространство. Ну, так интересно, воплощение. Есть такая версия, что Люцифер вообще ни разу не воплощался. Так, а это так Но на... я слышу воплощение. Так, и кем он воплотился, Вика? Считай информацию. Я вижу, что он воплотился ее мужем, и он берет ее под руку, и они идут вот в сектор программ. Ну, по-нашему как бы расписывается клятва. Я слышу, навеки вместе. Так.
А он потом ха-ха-ха-ха-ха и хвать ее как шкурку, ее зеркальное отражение, ее эфирные ДНК, но как будто бы ее светлая часть как бы осталась, а он как бы снял такой слепок, и он не светится, он его уже не колет. И он с собой взял и вот так накрылся. И это его кормит. Он как будто бы вот так накрылся. Это одеяльце, которое я видела вначале. Оно сверху черное, а вот внутри оно вот это, вот этот молочный цвет. И он так, как трубочку сосет, знаешь, эту энергию. И он говорит, что она стала мне родной. Так. А контракт был заключен в момент этой росписи, клятвы? Читай информацию. Давай посмотрим, когда был подписан контракт. Да, пусть Зульфия покажет момент подписания контракта между ней и Люцифером. Вижу два контракта было. Первый контракт, когда она вот в секторе миссии согласилась. Второй контракт вот здесь. Здесь контракт как бы на физическом плане. Это как свадьба, как союз считывается вот так, двух любящих сердец. Этот воплощенный Бог. Он красивый, весь сияющий, но у него такие копытца, просто копытца два. Так, на физическом плане считай или нет? Не знаю, я так его вижу, как красивый бог, как какой-то Аполлон с такими копытцами. Так, ладно. Пусть сейчас Зульфия... Ну, вероятнее всего, что, конечно, не на физике, а копытца на эфирном плане считывается, и от этих копытцев, да, это эфирный план, вижу, подключки идут в сектор принятия решений, считывается его решение отключиться от первоисточника. Вот что символизирует вот эти копыта. Пойти как бы раздвоенным путем, то есть раздвоиться, уйти от конов Всевышнего и оно вот эти копытца вот как считывается вот так, как на льду, ну, стоит вот это копытце, и оно разъезжается в две стороны и получается как не устоять на месте, и как бы расшифровывается как магия и интерференты. То есть вот так вот образуется пирамидка. Вот где вот между копытами они раздваиваются, и вот такая пирамида получается. Вот как пирамида новой власти. Противодействующая конам Вселенной. Так. Отдельная, то есть вот как отщепенцы, оторвались, отцепились, вот так вот. Ясно. Так, сейчас пусть Зульфия покажет этот контракт, а ты считай информацию, какие его условия. Я вижу, что молодая пара, они смеются, игривые такие, да, веселые, полны энергии, и у них какая-то игра идет. Они как бы играют друг с другом, и пальцы, как бы вот так на пальцах, и он ее целует, и... Считывается, что они друг другу клянутся. И пальцы их буквально вот так срастаются. И вот ее, вот большие пальцы, это
основа вот этой магии, снова идет как основа вообще этого вызывания духов. И их пальцы переплетаются, и вот эта черная энергия как генетически записывается, вот, вот это движение, снова как косы вот эти. Вот, и эта черная энергия проникает в ее пространство. А потом я вижу, что она скоро умирает, а он пришел и положил вот так тык на могилку цветы. Так, Вика, а это что значит цветы на могилке? Считай информацию. Есть какое-то значение эзотерическое? Ну, это как, знаешь, как насмешка, что типа я тебя убил. И как доказательство. То есть я победил. А тебе вот эти цветочки, а все, как бы я сверху. Ясно. Так, верни сейчас к этому контракту. Да, что там? А вот поэтому он в эфирном плане выглядел, что он лежит как мертвый, потому что на нем это карма ее убийства. Так, вот этой ситуации Вика, отсоединись, вернись к контракту и считай самые важные его условия, ну, кроме клятвы. Ну, оно вот так идет: завлечь, затащить, отвлечь. Это эти посылы подсознательные от этого, он считывается как создатель. Нового мирового порядка. Так, какой у него скрытый смысл в этом контракте? Считай. Прослушала еще раз. Скрытый смысл Люцифера в этом контракте какой? Так это и есть этот смысл? Хорошо. Так, тогда сейчас спроси у Зульфии, она хочет этот контракт расторгнуть с ним? Она говорит, мне надо. Хорошо. Пусть она это сделает своим теперешним сознанием. Пусть зайдет в момент подписания, и пусть она его расторгнет. Пусть откажется подписывать. Я вижу снова эту девушку в этом платье красивом. И я вижу, что здесь... У нее она берет вот эту катушку, а это как подзорная труба, вот то, где она шла, и она так смотрит, просматривает это все, и только раз вот так схлопнула. И вот эта длинная труба, сектор магии, вот так схлопнулась. И она поднимается и расторгает. Я вижу вот эти кольца. Появились вот такие два огромных кольца. И она их разъединяет. Ой, как вот это. Шанель, что ли? Итак, разъединяет их. Снимает вот эти копытца. Они как на шнурках, две штуки. Выбрасывает. И вот так как корсет снимает с себя. А, вот эта штуковина. С этими написанными штучками. И Ранка. Отрывает вот этот черный, как хвост, как черный хвост от этого черта в ее третью чакру. На это вытаскивает. Так. И говорит, снова поет, что снова вот эти песни я слышу.
что она отказывается от клятв. И вот все клятвы, вот все уничтожаются. И все вот так раз рассыпалось. Хорошо. И вот эта труба, в которой она стояла, вот это солнце, вот эта штуковина с этими иероглифами, она вот так растаяла, а вот это солнце заполнило все пространство. Угу. А что это за солнце, считай? Она говорит, что это ее гармония. Угу. Хорошо. И это имеет отношение вот к тому солнцу, которое я видела в начале над этим Олимпом. И вот я вижу вот эти какие-то девушки сидят по кругу снова, и как будто бы такое солнце, вот такая энергия, она очень такая... как душа. Угу. Так, ну хорошо. Пусть Зульфия почистит все свое личное пространство от всех последствий подписания этого контракта. Пусть вернет себе весь свой потенциал, все частички души и всю свою энергию за все воплощения. А сейчас она встает, вот там, где она сидела среди этих девушек, нимф каких-то, и поднимает к этому солнцу вот эту арфу черную. Угу. И сквозь это солнце она передает, и она же в секторе миссии вынимает это солнце как портал какой-то. И она вынимает как свиток. Угу. Как такую трубочку, и вот так расстилает. Так. Что это за свиток, считай информацию? Договор. Угу. Какой-то договор купли-продажи. Так. И это имеет отношение, вот я видела, вот эта штука, оно... Вот это солнце, как ее душа. И на этом солнце такой был, как какой-то хвостик, как трубочка такая черная. И вот она вот пишет, и вижу, эта трубочка появляется, считывается как первичный контракт. Угу. Так. Какой-то купли-продажи. Считай, Вика, информацию, какая суть этого контракта. Говорит расторгнуть все контракты. Так, вообще все. И снова появляется вот эта библиотека. Угу. Так, это контракты всего человечества, всех светлых душ там находятся. Спроси у Зульфии. Подожди, не так как-то. Я думаю, что мы это увидим, потому что оно... Сейчас. Это как будто ее контракты, это какая-то библиотека. А с этим связано также всего человечества. Угу. То есть это ее касается личного пространства, но оно потом связано вот такими, как лучами, такими светящимися, с общим пространством, которое вот так окутывает всю планету. А это ее личные контракты. Так. А, это каждодневные ресурсы. Вот, это вообще банк данных. Банк данных, а вообще о всех вот этих наших ситуациях. Это, скажем так, вот эти крючки и зацепки, так называемые. Потому что на самом деле мы за один день делаем 150 тысяч
разных решений. И это считывается как библиотека, как банк данных контрактов. Она показывает ее контрактов. Так, хорошо, теперь пусть Зульфия покажет, когда она подписала этот договор купли-продажи, этот первичный контракт. Пусть покажет момент подписания. Так, вижу, надвигается вот это темное пространство, и вот этот демон такой очень злой и таким лбом напирает прямо на первоисточника. Считывается, что очень агрессивный, и он лжет. И я вижу, что он вот так одной рукой хватает, и считывается, что как бы хочет вырывает платформу из-под ног священной вселенной. Так, а что это за платформа, которую он вырвал? Считай. Пока не считывается. Ладно. Ничего не приходит. Так, тогда... Просто я смотрю вот так, и там как за стекло за какое-то. То есть я не могу пока еще туда проникнуть. Ладно. Тогда считай информацию, что дальше происходит. И где Зульфия в этой ситуации? Так, подожди, я что-то не могу от этой платформы оторваться. Отсоединись от этой платформы, Вика. Отсоединись на счет 3. 1, 2, 3. И поднимись выше. Да. Так. Теперь считай информацию, что происходит дальше, когда этот демон вырвал эту платформу. Я вижу, что это не так, чтобы вырвал платформу, а от него вот так как-то, она вот так, он ее как засунул, а когда вырывает обратно, то получается, что срывает с собой, считываются звезды, а он вот так вот как язык закинул, это как ковер, вот оно считывается, вот это как красная дорожка, вот эти звезды, которые там ходят по красным дорожкам. И он вот это как выкинул, и также оно считывается вот это как такие штучки, на которых мух ловят, липкие. Это считывается как ложь, брехня, а платформа, это считывается, что он срывает звезды с небес, крадет души ложью. Где я вижу, что Зульфия, она находится вот там в созвездии. Снова вот это круг. Так. Что она делает? Ну. Она сговаривается. Она сговаривается. С кем она сговаривается, считая информацию? Ну, с вот этими девушками, с которыми, с этими богинями, так, которые там находятся. И она говорит: я пойду первой. И вот это слово уже звучало несколько раз, что разоблачу. И она говорит, что я разоблачу лжеца.
И вот я вижу контракт. Она с одной стороны, он с другой стороны. Как будто бы вот пространство разделено на двое. И такая простилается одна поверхность, ну как большой лист черной бумаги, который чуть-чуть светится, падает свет от первоисточника и потом уходит в сектор магии. Пусть она покажет контракт. Я вижу, что она разрешает ему поиграть на струнах ее души. И появляется вот этот инструмент, и вот эти корявые пальцы когтями. И она говорит, я не дрогну. А у него взрыв такой гнева появляется. Да я тебя уничтожу, да-да-да-да-да-да. И я вижу снова вот эти пальцы, вот так вот. А от нее такое спокойствие, и так она, ну, считывается вот так, гармония. Говорит, ну, посмотрим. И подписывает контракт. Так, пусть Зульфия сейчас этот контракт покажет, а ты считай информацию, какие его самые главные важные условия. А условий очень много. С его стороны вот такой список идет. И такой огромный, прямо в сектор потом магии, и в сектор интерферентов. И там прямо считывается ад, такой портал, где огонь горит. Вот этот весь список как бы вот поджигается этим огнем. А ее вот так разворачивается и идет к первоисточнику. И все, что там написано, оно вот так как бы печатается, и там читают это все. Так. Какие условия считать информацию? Самое важное. Я слышу открыть двери, открыть доступ. Буквально звучит как к подсознанию. Вот это разделить сознание и подсознание. И вижу, это связано с рождением этого ребеночка. И я вижу, что этот ребеночек как родился, у него одна половина, вот левая половина мозга черная, связана как бы с сектором интерферентов, а вот эта такая как стеклянная какая-то, правая, уходит в сектор магии. Ну и потом оно завивается как в кадуцей. Считывается генетическая зависимость. Что это за зависимость такая, считай, некая информация? Оно считывается от инфляции, от дефицита внимания. Со стороны антимира. И я вижу, что это связано с родительскими блоками. Вот мама закутала ребенка, положила, сама пошла что-то делать. То есть программы подключения человека к программам зависимости. Так. То есть вот это человек становится тело как бы зависимым от программ, а не от сознания. Угу.
Еще какие условия этого контракта важны, считай? Контроль. Контроль, вот, показывает над всеми сферами. И сферы это вот так, как правое полушарие, левое полушарие, как бы мозг, да? И вот это, и душа, вот это как солнце, душа. Потом тело, и пошло-пошло-поехало. А потом контроль над ресурсами, забор энергии. И сюда же вплетены все-все-все контракты по уничтожению, считывается, земледелия. Почему земледелия? А почему земледелие считает информацию? Я вижу, что в этом контракте была прописана вся история человечества от начала и до сегодняшнего дня. И это считывается вот как насаждение этих зубов в пасть дракона, чтобы этот дракон потом в любой момент, когда зубы эти уже будут достаточно большие и крепкие, просто сомкнул челюсть и сожрал. Понятно. Ладно, вот этой ситуации отсоединись. Да. Спроси сейчас у Зульфии, она этот контракт хочет разорвать? Да, говорит, пора. Хорошо. Тогда пусть она это сделает своим теперешним сознанием. Пусть в моменте подписания расторгнет его. Сейчас. Она вот так стоит и говорит: «Посмотри на меня». И он сразу уменьшается, уменьшается. И она говорит: «Я сейчас стою, и я сейчас отказываюсь, отрекаюсь». И она говорит: «Я плюю на тебя». И выходит вот как будто из какого-то вот кокона, вот так завернутый такой портал, и он разворачивается, такой прозрачный какой-то. Вот это как лепестки какие-то прозрачные, вот так, от которых шли такие подключечки к ее энерго сфере, к ее телу. Буквально как будто бы даже к живому телу. И она берет эти прозрачные, они незаметные. Вот эти подключки и отключает. И она говорит, что она отключает от аппарата жизнедеятельности. И когда она каждую подключечку отключает, то вот этот там крылатый монстр его так дергает, как будто он в реанимации лежит и отключают его от системы жизнеобеспечения. И она это все оторвала от себя и все в портал на утилизацию. Я ей передаю, чтобы она освободила все ее тело от всех этих подключек, имплантов, чтобы она возвращала все ее энергии, соответствующие ее ДНК. Частички души все. И я вижу, как с ее сектора миссии, вот буквально как это солнце, которое там светило постоянно, ну как не солнце, а такая, ну прям шар сияет, мягкий свет такой, она как будто бы входит в него, то есть, ну это ее энергия. То есть вот эти разноплановые, как параллельные реальности. То есть она соединяется сама с собой. И вижу, как вытаскивает вот это солнце, которое там было с этого портала.
Поднимается вверх, и это арфа. Звучит снова красивой музыкой и пение. И она вернулась, вот так вот прилетела, и в этот круг. Встала. И вот эта черная подключка от этого солнышка ушла. Считывается, что она освободилась. И она вот так стоит и смотрит внутрь этого барабана, где эта библиотека. И когда она вот это смотрит, вот так смотрит туда, как будто бы читает это все. А там такие, как договора лежат. Что она с вами хочет сделать, спросил я. Они считываются как договора купли-продажи. И со стороны антимира всегда вот эта горка, как будто бы золотых монеток, которые только обещают, но никогда не дают. Вот. И она как читает это все, то эта библиотека, она вот так разлетается, и как черные птицы, вот этот негатив с этих уходит. И как ветер пошел и все развеял это. И разрушился потом эта вся конструкция круглая. Вот так раз. И распалась. И ушла в портал на утилизацию. Вот. И что-то, какая-то программа еще стоит у нее. Вот здесь она как крыло поднимает, руку-крыло. Вот, и там такая еще черная подключка идет вот так под руку. Энергия такая от сектора интерферента. Так, кто хозяин этой подключки? Прикажи проявиться. Так, что это такое? Она говорит, мой дом. А, это программа в ее физическом теле. Я вижу, что она берет, и пальчики на ногах, они тоже как будто бы вот так скрестили, знаешь, как есть вот так пальцы выходят на пальцы. Да. И она их распрямляет, и вот эти черные энергии вот так просто отшелушивает и выплевывает. Вижу, эти черные зубы выплевывает. Говорит мрак. Я вижу, она это сбрасывает и поднимается как по ступенькам вверх идет. Как она сейчас выглядит, опиши. Да, я ей передаю, чтобы она отвергала все подключки, чипы, импланты, освобождалась от этого всего. Вот она сжигает как в огне. И вот когда она это сделала, то вижу, как вырвался из того огня, где, огня, где как ад все горело, вырвался вот этот шлейф черного контракта и ушел. Она сейчас выглядит чистая. Ну, как богиня, волосы мне показывает, нет подключек, они вот так вот где-то ниже талии, вот, хорошо. Показывает пальцы вот так, пальцы вот такие черные. Так. Спроси меня, почему пальцы черные? От этих пальчиков у нее идет подключки, идут в сектор магии. А она говорит, что она гадала. Так, да. А угадывала, что. Да, сейчас спроси у нее, она хочет отменить ей свои решения? Гадать, да. Ходить по целителям, гадалкам, предсказательницам? Да.
Хорошо, пусть она все эти решения свои отменит, начиная от самого первого до последнего, ходить по всем этим эзотерикам и самой делать ритуалы, если она делала. Я вижу, что она отменяет, эти пальцы черные, корявые, с когтями уходят. Вот, я говорю, чтобы она закрывала порталы, выталкивала все чужеродные энергии, отдавала карму за ложь, вмешательство и избавлялась от всех чипов, имплантов и излечивала своими собственными энергиями гармонии все ее пространство. И у нее вот так из рук такие лучи идут. Из пальца вот сюда. Угу. Так, и она вся засияла так, как солнце сияет, прям лучистая такая вся. Поднимается вверх. Угу. Хорошо. И говорит, что родилась снова. То есть она отменила как бы то рождение. Угу. Вот. Рождение в этом антимире. Показывает, что она принесла драгоценности. Какие драгоценности, спросил меня? Она вот так показывает такие пространства. И получается, что отменив вот эти контракты, она вот так говорит, показывает какие-то ситуации, которые вот так, вот эти половинки черные, они отвалились. И только хорошая сторона осталась, угу. Позитив, опыт. Угу. Интересно, как половинки шариков. Вот, отменив вот этот первичный контракт, отменяются все следующие контракты. Угу. И все ситуации, в которых человек поступил по законам тьмы, отменились тоже, отпали вот это. И получилось только вот эти половинки, считывается как божественная мудрость. Угу. Хорошо, хорошо. Так, а спроси сейчас у Зульфии, вот у нее был один аборт, она это тоже уже отменила? Нет, как раз я это рассматриваю, потому что она как раз показывает этого насильника. Так. И на самом деле это на нем лежит карма за насилие над ней и над этой невинной душой. Угу. И она ему отдает карму, и я вижу, как с этой ситуации душа этого ребенка уходит. Я передаю ему информацию, так. Чтобы хорошо. Он уходил в самые высокие пространства и закрывал за собой все порталы. Он как книгу читает информацию, угу. А карма пошла на этого человека. Хорошо, пусть его Зульфия отправляет в портал на утилизацию. Да, она это сделала. Угу. Портал пусть закрывает. Да, и говорит, что освобождается, что очищается, становится чистой от взаимодействия. Я ей передаю информацию, чтобы она выходила из этих всех ситуаций, где она взаимодействовала с этими людьми, энергиями, программами. Так, да, давай. Вот пусть Зульфия отменит все свои решения воровать, начиная от фруктов у соседей и заканчивая вот деньгами у родителей, все остальные случаи. Пусть она отменит свои решения воровать и пусть свой потенциал вернет себе обратно. А карму в антимир? Ну, какие-то вишенки вот так ушли. Угу. Хорошо, хорошо. Также пусть Зульфия отменит свои решения давать милостыню, кому бы она ни давала, там,
все случаи пусть отменят. Слышу, в секторе магии мама молится. Ну, я ей тоже передаю информацию, что она сейчас может отказаться принимать родительские программы, сценарии родовые и вернуть себе суверенность живой божественной души человека и свое исконное право руководить своей жизнью по собственному плану. Вот, и в этот момент я вижу, как этот язык какой-то саламандры или каких-то животных таких длинных. Он раз от первоисточника и ушел. И от нее, вот, потому что вот в каждом, ну, в нашем пространстве есть тоже все сектора. Хорошо. Так, вот этой ситуации, Вика, отсоединись, посмотри еще раз на эфирное тело Зульфини, опиши, как оно выглядит сейчас. Она мне показывает крылья, и от крыльев идет такая вот, как шлейф темный, тоже в сектор магии. Кто там находится в секторе магии? Только же проявится. А кто-то, какая-то женщина, какие-то пальцы вот так крутит и как каким-то инструментом вот так-то как бы тарахтит, как будто бы какая-то маковая головка, а в середине мак сухой. Вот так что-то она делает. А потом... Так, прикажи ей отвечать, что она делает в пространстве Зульфини. Она говорит, ослепляю. Да. Говорит, мне нужна ее слепота. А зачем она ей нужна, эта слепота, Зульфини? Прикажи отвечать. Она показывает, чтобы как бы вырвать... как ковер из-под ног. Она сидит, работает где-то. Это как офис или что-то. Она как бы за офисным столом, только я сижу. А вот стул, как бы работает, да? А она как бы хочет вырвать основу. Как будто бы вырвать этот ковер. Она считывается как завистница. Понятно. Пусть Зульфия тогда прикажет ей убрать эти все воздействия, программы, пусть эту слепоту отдает этой ведьме, пусть карма на нее прозывает за вмешательство и в портал ее. Да, все произошло, очищается. И выравнивает все ее пространство. Я передаю, чтобы она вернула всю ее энергию, здоровье, благополучие, а все воздействия и последствия пусть отдает этой ведьме и приказывает этой ведьме все забирать. Она забирает. И закрывает Зульфия портал. Все, сжигаем в портале все эти, на полную аннигиляцию все эти чужеродные энергии. И сейчас Зульфия вот так сделала. Справилась? Хорошо. Спроси у нее, все ли сейчас у нее в порядке. Показывает какие-то золотой браслет на левой руке и говорит, что я в золотых кольцах. И вот этот браслет, вот так, такой, как будто бы золотой, и там еще одно колечко такое, и тянется в секторе интерферента. Прикажи проявиться, кто там в секторе интерферентов находится.
кому тянется эта колючка? А, какой-то эгрегор, там как кучка золота или Так. колечек каких-то вот. Что это за эгрегор с читайбек информацией? Считывается как богатство, отсутствие богатства. Собиратель золота. Забиратель или собиратель золота? Так, сейчас пусть Зульфия покажет, когда она впервые к этому эгрегору подключилась. Пусть покажет эту ситуацию в момент. Я вижу ювелирный магазин. Она примеряет кольцо. Наверное, с бриллиантом оно так сверкнуло. Это почему-то имеет отношение к той вспышке, которая была. Оно вот так сверкнуло, и в секторе магии появляется какая-то уборщица. Какая-то женщина, которая как выглянула вот так в этом магазине из какой-то двери. Так. А она подключена была, вот у нее зависть к этому эгрегору убытка. Так, как эта зависть повлияла на Зульфию, считай? Получилась связь через эту женщину, текает энергия. Так. Ну пусть сейчас Зульфия эту зависть, эту энергию, это воздействие отдаст этой уборщице, пусть прикажет ей забрать все. Пусть забирает последствия этого воздействия. Я вижу, что Зульфия как будто закрывает дверь в эту лавку, в этот магазин. И он отваливается. Весь этот магазин с этим сектором магии. И вот сектор принятия решений. Вот отсюда все отваливается. И эти цепи она снимает и поднимается вверх. Хорошо. Пусть она всю свою энергию, весь свой потенциал вернет из этого эгрегора. А этот эгрегор пусть отправляет в портал на уничтожение. А когда она это сделала, то вижу, что она вернула ту энергию свою, которую под черным одеялом было у этого Люцифера. И он вот так сосал энергию. Она эту энергию забрала, это программа. Сейчас я считаю, говорю. А она здесь как код. Код. Меняет код. Я говорю, чтобы она поменяла все коды доступа и запретила кому-либо считывать ее эфирное пространство, ее эфирное ДНК, вторгаться в ее пространство физическое, эмоциональное, психическое и любое другое, в любом измерении, в любом воплощении, времени и пространстве. И чтобы она восстановила ее собственную целостность, гармонию, красоту и здоровье. Молодость. И вот, а все чужеродное пусть отправляет туда, откуда пришло, вместе с кармой. Да, сейчас она вот так, знаешь, там в светлом пространстве, как все радуются, что она возвращается, это как будто она большой подарок. Да. Она сама подарок. Да. Сейчас, Вика, от этой ситуации отсоединись. Да. Так, такой еще момент. Пусть Зульфия покажет. Она вот давала деньги взаймы бывшей работнице Нонет. Пусть подсознание Зульфии покажет. Это имело негативное воздействие на нее? Да. Так. Ну, написано, я что-то говорю, написано, может, где-то и написано, что она отреклась от своей части. От своей части чего? Энергии. Так. Ну, нужно переписывать все вот эти договора.
Если, например, кто-то деньги не отдает, значит, нужно как бы написать, что или это дивиденды, или это подарила, или это что, чтобы не ждать обратно. Возврата. Да, то есть нужно одалживать столько, сколько не жалко потерять. То есть одолжил, ну и хорошо, отдаст, отдаст, не отдаст, ну не отдаст. А больше нельзя. Потому что вот эти энергии ожидания, они как раз и вытягивают энергию. Так, ну сейчас Зульфия пусть отменит все свои решения давать взаймы деньги, когда она любые решения, когда она принимала их. И пусть вернет всю свою энергию обратно себе. Но я вижу, когда она отдала свою энергию, то в обмен она получила вот эту энергию убыточности. И она отвернулась вот так и говорит: мне чужого не надо. Вот пусть она всю эту энергию убыточности отдаст всем, от кого она ее получила, а себе пусть вернет свою, весь свой потенциал. Она это сделала, и я вижу, как вот эта горка с этими, как будто бы копеечки, но пустые внутри, как будто бы такие колечки просто. Она вот так просто рассыпалась. И она отцепляет от левой ноги вот этот эгрегор и поднимается вверх, полетела. Я говорю, чтобы она отсекла все подключки ко всем людям, привязки ко всем эгрегорам. Ко всем людям вот образуется Тор и восстановила всю ее энергетическую систему по канонам жизни. Хорошо. Так, и также пусть Зульфия информацию о своем сегодняшнем освобождении передаст всем светлым душам и в наше коллективное сознание. Весь свой Да. опыт. Так, сейчас, Вика, еще раз посмотри на эфирное тело Зульфии, опиши, как оно выглядит. Она всем показывает вот это половинки этих всех событий, когда она отсекла все темное, оно все ушло, и остался только опыт. А ее энергосфера правильной формы. Свободно. Свободно. Так, еще что-то. Я говорю, чтобы она проверила еще раз все ее личное пространство, наполнялось энергиями радости, гармонии, счастья, благополучия, Достатком. жизни, достатка. Пусть поднимается в самые высокие пространства, пусть Да, наполняется. хорошо. Теперь хорошо все, да? Хорошо. Так, спроси у нее, миссию она сегодня свою выполнила полностью? Да, сейчас уже все, она вот так. Мы прощаемся. Хорошо. Тогда с Зульфией прощаемся. Отсоединись, Вика, от всего. Да. Проверяй все пространство, вокруг себя все ли чисто, все ли порталы закрыты и будем выходить. Да, все закрыто, все хорошо. Хорошо. Тогда сейчас я посчитаю от 1 до 3, и ты вернешься в настоящее, откуда я с тобой разговариваю. Один, два, три. Открываем глаза.